Казанский федеральный университет уже второй год подряд получил право провести российский этап международной молодежной конференции Falling Walls Lab. По правилам отбора претенденты должны представить свой проект на английском языке. В их активе лишь 3 минуты и 3 слайда для презентации. Основная идея этого мероприятия – то, что молодые исследователи, которые могут представлять университет, бизнес, сельские организации, неважно, за 3 минуты должны на 3 слайдах научно-популярно изложить суть своей идеи, которая является прорывной. Победителем стал Егор Мандик, представляющий инженерный институт Казанского федерального университета. Он сконструировал инновационную зубную щетку, работающую без участия человека. Победитель представит Россию на международной конференции Falling Walls в Берлине с 8 по 9 ноября. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.